Целеустремленный, собранный, готовый решить самую сложную проблему. Таким запомнился коллегам Сергей Иванович Клеватых, который ушел из жизни ровно год назад. В этот день память директора детской юношеской спортивной школы спортсмены и тренеры почтили на футбольном поле стадиона «Шахтер». В блиц-турнире по мини-футболу приняли участие 6 детских команд спортивной школы. Тренируют ребят Андрей Верчук, Юрий Тен, Александр Сапрыкин и Маргарита Тен, которые также долгое время работали с Сергеем Ивановичем. Как представитель тренерского цеха скажу, что у него практически работа вся строилась от тренера. И этим как бы он и ценен был как руководитель, потому что первые как бы... И мне это очень было приятно всегда слышать от него, что все строится от тренера. Я ему за это благодарен и буду помнить его всегда. Ирина Смирнова помнит Сергея Клеватых еще в то время, когда он после института пришел работать директором на стадион «Труд», сегодняшний «Шахтер». Помнит, как в сложные 90-е он не испугался трудностей и на месте старого детского сада буквально с нуля смог создать дом спорта, который на протяжении многих лет остается одной из лучших спортивных школ города и области. За весь период трудовой деятельности он запомнился тем, что он конкретно знал, чего он хочет. Он был настолько целеустремленный, он был настолько вот требовательный к своей работе, и самое главное, всегда с ним можно было решать все вопросы в том плане, что вот поставили очень серьезную задачу. Сегодня в спортивной школе занимается почти 1000 ленинск-кузнецких ребят, которые успешны и в пауэрлифтинге, и в кикбоксинге, и в футболе. И, несомненно, Сергей Клеватых мог бы порадоваться, что сейчас его детище располагается в светлом и просторном здании Ледового дворца.